Всем-всем снова большой привет! Продолжаю я свой 5-й сезон по коллекции моих уходовых средств. Сегодня будет 5-я серия про мыло, кусковое мыло. Многие девочки знают, что я собирала те кусочки, которые мне приглянутся, и очень многие девочки мне прислали посылках много мыла, и теперь моя коллекция заметно выросла. Ну и после этого я себя и прозвала мыльной горы хозяйка, потому что действительно мыло у меня гора. Я сейчас на кухню все принесла, все свои запасы мыла поставила, и пока ходила за камерой, муж говорит: подожди, я быстренько чайку налью. Знаете, такой хохот с кухни пошел. Я прибегаю, он стоит над этой кучей, смотрит, у него до слез прямо ржачка была. Ну, мужья, наверное, его поймут как-то. Конечно, я понимаю, что у меня жена запасливая, но чтобы настолько. Меня многие спрашивают, как муж относится к моим запасам. Но вы знаете, они у меня аккуратно разложены на полке ванной. У меня действительно очень большие полки в ванной, и там все умещается. Вот. Ну, а мыло у меня лежит в определенном шкафчике, поэтому мыло знаю только я, где лежит. Вот. В общем, мужу моему было сейчас хорошо. Ну и еще совсем крошечное предисловие. Если кто боится, что я сейчас буду там просить комментировать, не комментировать, нет, ничего сегодня об этом говорить не буду. Просто хочу вспомнить случай вообще, почему мыло, почему к мылу у меня особое нежное такое отношение. Многие девочки говорят, что мылом они заразились на Ютубе. У меня нет. У меня любовь к мылу уже... ну, лет 15, если не больше. Однажды, когда у меня в жизни был очень-очень тяжелый период жизни, в этот момент как бы друзья были всегда рядом, ну, подруги были всегда рядом, меня поддерживали, приглашали в гости, ко мне приходили, ну, старались меня одну не оставлять, чтобы совсем тяжко мне не было. И однажды я была у своей подруги, мне было настолько плохо, и она мне говорит: Света, а что бы тебе такое дать, чтобы тебя утешило? Что бы ты сейчас хотела? Я не знаю, я так подумала, и говорю: то, что вкусно пахнет. Если честно, я сама не знала, что я хочу. Ну, не знаю, вот так вот ответила, и все. И вы знаете, она так подумала, и принесла мне кусочек мыла. Это мыло было, ну, вот типа фабрика «Весна», недорогое, вот ландыш или сирень, вот какое-то такое. И вы знаете, меня это мыло так согрело. Я даже уснула с этим кусочком в обнимку. Я там проплакала полночи. Я помню, что я с этим кусочком так и уснула. И вот как бы к мылу у меня всегда такая особая нежность, когда... ну, оно меня утешило. Представляете, маленький кусочек мыла недорогого меня утешило. Ну, давайте все-таки ролик не болталка, а буду показывать свою коллекцию. Очень много подарков. Буду показывать, ну, если смогу, серийно. Вот Делике, вот так нам, да, Делике. А, я прочитала, крем. Вот такие два кусочка, свит и вот такой. С кокосовой, в общем, стружкой, увлажняющая. И вот свит. Может, этот нет. Очень вкусно пахнут, классненькие. Так, наверное, надо сделать... вот так. И вот так. Так, я вот все думаю, как мне... ну, давайте вот так. Очень классный. Один я сама купила, и второй мне недавно подарили. Вот такие от Керасис. Очень-очень вкусно пахнут вот эти вот кусочки. Они прям, знаете, как картины. Вот сама репродукция, как картины. Очень интересные. Давайте вот так поставлю. В хаотичном порядке буду показывать. Вот одно мыло в коробочке от Планеты Спа купила я, второе мне подарили. Поэтому одним я могу спокойно пользоваться, второе у меня остается в коллекции. Есть мыло от Palmolive. Вот такие два кусочка. Нежность и комфорт, и ощущение нежности. Это с экстрактом цветка вишни, а это с экстрактом лепестков роз и молочком. Вот такие два классненьких. Также от Palmolive есть два глицериновых натурель.
смягчающий и освежающий. Одно с малинкой, другое с арбузиком. Но пахнут они, конечно, бесподобно. Чтоб не падали, я так не буду сильно горы растить. Есть два кусочка от Факс. Ну, может быть, дальше я еще что-то буду находить. Одно ромашковое, другое клубничное. Смотрите, такие упаковки классные. И они шелестят вкусно. Такие прям привлекательные. Дальше есть от Камей. Сейчас покажу. Вот это вот очень вкусно пахнет грейпфрутом, моим любимым. А это клубника со сливками. Ну, пахнут они все бесподобно. В мыльнице бывает мыло долго пахнет, а бывает в мыльнице как-то аромат закрывается и пахнет просто мылом. Но когда как, трудно сказать, от каких кусочков какой эффект. От Камей есть еще вот такое утонченный аромат алых роз. И вот этот тоже с ароматом алых роз, но тут написано с каплей парфюма. Вот, они как бы и похожи, да, разные формы, и вроде как одно с парфюмом. Далее. Есть у меня вот, на виду одно лежит люкс, клубника и сливки. Вот такая красота. От Нивея. От Нивея у меня клубника и молоко. Но получается вообще вот в мыле очень часто аромат клубники присутствует. Ну, близко больше не вижу. Близко у меня Johnson's Baby Body Care. Вот эта вот серия. У меня некоторые кусочки повторяются. Вот это экстракт малины, а это экстракт цветка граната. Очень вкусно они, кстати, пахнут. Очень мне нравится вот этот Джонсон. От Джонсон есть еще с экстрактом папайи. Вот такой вот кусочек. Ну вот экстракт папайи у меня, видите, еще один. Даже два. И гранат повторяется. Вот. И гранат тоже повторяется. То есть два кусочка можно отсюда спокойно в мыльницу убирать. Дальше есть у меня вот такая вот серия детская. Это Crazy Zoo. Ну, если я правильно читаю. У них очень симпатичные упаковки. Но вы знаете, аромат теряется в мыльнице. И обыкновенным становится мыло. У меня сейчас как раз в мыльнице заканчивается кусочек от Crazy Zoo. Но оно не размокает. Хорошо мылится. Неплохой кусочек, но вот этот аромат не остается. И вообще, когда я это мыло покупала, вот персиковое варенье, вишневый пирог, они пахли изначально вот вишней и персиком. А сейчас оно просто пахнет мылом. И в мыльнице тоже остается просто запах мыла. И еще два кусочка тоже от Crazy Zoo. Вот такие вот. Апельсиновый джем и медовая дыня. Это детский крем-мыло. Ну вот медовая дыня всех лучше пахнет. Вот у меня, кстати, дыня и в мыльнице лежит, но она не пахнет уже дыней, а просто обыкновенная мыльца. Но кожу не сушит. Действительно, крем-мыло детское. Дальше. Дальше от Oriflame. Вот такой ко мне приезжал подарок. Это я вам могу показать. Чтобы уж совсем не быть просто так, не показывать кусочки. Вот такая звездочка, и если видно, она с блесточками. Ну, пахнет очень вкусно. Дальше в коробочках у меня есть от бархатных ручек. Вот такие два кусочка. Это королевская органа крем-мыло. И вот это крем-мыло с эффектом крема для рук против 10 признаков старения. Вот так вот они смотрятся классненько. В бархатных ручках интересен кусочек тем, что здесь написано. А здесь есть, ну вот, наверное, вам видно такая луночка. Когда мыльце остается обмылком, то его сюда приклеиваешь и начинаешь пользоваться вновь. Ой, а пахнет. Вообще, вот сидеть можно и нюхать. Я бы с таким и сейчас уснула.
Замечательный кусочек. Вообще, я мылу, если честно, благодарна. У меня к нему особое отношение, а этот вот такой нежно-желтый. Тоже пахнет очень-очень вкусно. Нету мыльной отдушки как-то вот. Не отдает. Есть вот такой интересный кусочек от Чистой Линии. Фитобаня. Я вообще от Чистой Линии очень люблю вот это мыло. Оно настолько позитивное, его просто можно как украшение в ванной положить. Вот здесь написано тоже Чистая Линия. Есть такое вкрапление и как в форме листика. Приятно пахнет. Вот такая красотень. Давайте я покажу от Discover, от Oriflame, какие у меня есть кусочки. Это вот Майами, Бали, голубенькая, Сицилия, вот такое. Япония зелененькая. Бразилия вот такая красивая, яркая, сочная уже. Они немножко мнутся. И Исландия вот такая. Так, вот еще нашла Танзанию. Вообще перебирать это так интересно. Вот девчонки, которые мне нравятся мыло, вот поверите, после этого ролика вы придете в магазин и будете стоять над мылом и думать, что же мне купить? Может быть, один кусочек какой-нибудь? Повторяется Бразилия, но вот оно, знаете, такое, в нем воздух надутый, вот оно у меня прям таким пузырем осталось. Второе Бразилия есть. И вот это, а нет, это вот не повторяется. Париж. Ну, Франция, наверное. Все как бы идут по странам, а тут просто Париж. От Faberlic мужское есть мыло. Вот такое Цельсиус. Кстати, сейчас у них вот в зеленой новинке, как она называется, Нале, Ланселот, да, тоже новинка появилась мыло. Вот, можно будет его тоже взять. Интересно. Дальше. Давайте от Oriflame еще покажу вот эту серию. Это ананас. Такой симпатичный. А где остальные-то у меня такие? А вот они. Быстро-то не найду никак. Инжир симпатичный. Есть арбуз. И есть малина. Это у нас лимон, наверное. Вкусняшка тоже. Киви. Вот такое. И вот такой гранат. И вот оно такой формы. Ну, пахнет очень вкусно. Прям, ну, очень вкусно. Большой столбик. Я его так подальше. Дальше. От Faberlic есть вот эта серия. Но у меня не все кусочки. Надо бы, конечно, восполнить. Дикая Африка. Это новинка у них. Любовное цветение. Такое вот голубенькое. Мелодия Марихуа. Такие же есть гели для душа. И вот мыльца. Два получилось. Пион и лилия. Одно покупала. Я не помню, может, и я оба. Либо мне одно подарили, одно я купила, либо я оба. Не помню. Мыло, честно, ну, могу путаться. Я купила или прислали. Нежный персик от Beauty Cafe. Faberlic вроде под рукой-то все. Давайте покажу. Вот еще кусочек такой есть от Avon. Оно белоснежное, прямо белое-белое. Мягкое, бережное очищение для всех типов кожи. Очень нравится мне этот кусочек. И у меня уже было такое, я использовала. Понравилось.
от Oriflame. Есть вот такой крем для рук и вот такое мыло кусочек. Смотрите, какая. Как медалька прям. Вот здесь написано. Пахнет парфюмом. Очень нежно, вкусно парфюмировано. Дальше есть от Timothy японский сад. Эти кусочки где-то тут можно подсмотреть. Вот такие они. Такие симпатичные. С вкраплениями. Спелая вишня. Аромат вишни. Так, я вот думаю, как мне положить, чтобы... Надеюсь, я тут в кадр-то не вылезла вся с головой. Дальше. От Фа. Грейпфрут и молочные протеины. Тут тоже можно кусочек посмотреть. Он, вы знаете, такой не особо привлекательного цвета. Какой-то такой кофейный, что ли. Молочно-кофейный. Но приятненько пахнет. И вот такое Фа. Черная орхидея. Крем-мыло. Тоже вот оно такое вот полосатенькое. Ну, не сказала бы я, что пахнет цветами, скорее вот пахнет мылом. Так. Далее. Есть от Чистой линии, я показывала вот фитобаня, а есть косметическая вот такая ромашка. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Тоже листик, но вот такой глицериновый, ярко-желтый. Аромат, да, ромашки. Есть мужской от Palmolive, это подарок, не так давно приехал. С отшелушивающими частицами идет. Классное мыло, я его открывала, потом опять запечатала. Это подарок. Муж очень радовался. Далее есть от Himalaya Herbals увлажняющее миндальное. Оно, сейчас покажу, какой есть. Вот такой вот большой кусок такой. Ну, какой-то, знаете, вот стандартный. От Himalaya, ну, от Himalaya, да, есть очищающее мыло Нима Куркума. Вот оно такое. У меня и свое такое было, и мне приехало недавно одно в подарок. Поэтому у меня таких два. И еще одно. Получается, смотрите, увлажняющее, очищающее и питательное. Мыло сливочно-медовое. Ну, девчонки, которые мыльную тему любят, вам, наверное, сейчас интересно, потому что когда я вижу... Когда показываю коллекцию мыла, это все. Я первым делом в такие ролики. Далее. Мон Пари. Вот такое мыло. Оно, по-моему, где-то не в Нижнем Новгороде делается. Ну, в общем, вот такое. Тут вкус розы. Свежий аромат листьев мандаринового дерева, шлейф белых цветов ванили, розы и жасмина. О, как написали. Вот такой кусочек. Ну, пахнет просто мылом и отдаленно где-то цветочком. Давайте посмотрим от Dove. От Dove у меня сейчас и в мыльнице тоже один кусочек. Вот, по-моему, как раз такое. Очень оно вкусное. Конечно, аромат бесподобный. Следующее от Dove. Вот такое. Это у нас... Куда смотреть-то? Масло ши и пряная ваниль. Следующее. Аромат лепестков жасмина и кокосовое молочко. Такое. И еще одно. Аромат граната и лимонная вербена. Такое. Вообще, они очень вкусно пахнут. Недавно все смеются, когда я говорю очень вкусно. Девчонки говорят, как будто ты их ешь или пьешь. От Oriflame Valar. Вот такие вот
Мыло приехали ко мне в подарок, очень вкусно пахнут, ну, приятные такие две розочки, симпатичные. Дальше, давайте я вам покажу вот эти, от Dolce Milk. Первое, банановое, ну, молоко и банан, вот так, по-моему. Следующее, манго и банан. Две девочки мне прислали. Клубника, манго и банан, манго и молоко, клубника и молоко. И абрикос и молоко. Вот такие четыре кусочка симпатичных. Так, куда мне их? Так. Буду заставлять, конечно. Следующее от Oriflame тоже есть вот такое, Swedish Spa. Оно массажное, то есть тут пупырка. С пупыркой у меня есть еще вот такое мыло. Смотрите, оно прям такое массажное. Вот тут написано мыло. Такое интересное. Пахнет цветочками. Ну, давайте я как-то поинтереснее это все. Что-то я тут такой кучей. Надо было, конечно, вначале продумать, как это все красиво расставить. Вот. Было бы совсем хорошо. Да? Если бы я это красиво еще расставляла. Ну, давайте вот так сделаю чуть-чуть. Ну, давайте дальше. Очень удивительный кусочек у меня есть. Мон Пари, это 18 с плюсом, мыло для двоих. Ну, тут типа... сейчас я вам скажу. Афродизиаки. С афродизиаками. А так вот, открыла обыкновенное мыло. И пахнет просто обычным мылом. Ну, может быть, я в афродизиаках чего-то не понимаю, либо... не могу их унюхать. Ну, в общем, вот так. От Oriflame есть вот такое. Молоко и мед. И золото. Да? Ну, такой красивый кусок. Вообще прям какой-то прям богатый. Есть. Сейчас еще покажу. Ну, вот эти повторяются. Я их поэтому по-быстрому. Еще один кусочек мужской от Celsius. И вот от Kea Avon. Можно тоже на подарки, которые повторяются. Ну, либо просто в использовании отложить. От Avon Footworks. Это мыло для ног со скрабирующими вот этими вот частичками. Еще одно мыло от Oriflame. Вот такое сердечко. У меня сейчас прошлый месяц закончился крем для рук такой. И вот еще есть мыльца. Еще одни массажные мыло. Бархатные ручки. Роза и жасмин. Вот тут видно, да, вот сбоку. Тоже пупырышки такие. С этой стороны массажные. Массажное все сюда. И еще одно массажное. Мандарин и корица. Очень-очень вкусно пахнет вообще. Ну, я и розу люблю, и мандарин люблю. Так. Не знаю, вот так. Далее, от Le Petit Marcellier. Цветок апельсинового дерева есть и ваниль. Одно купила я, второе мне только-только приехало в подарок. Такая красота. Так, куда? Сюда. Следующее. Есть вот такое фреш. Клубника и киви. А это мандарин и белый чай. Такие они милашные. Прям кругленькие. Как, ну, как-то там интересно они такие. Выпуклые, вогнутые. Вот это очень интересное, оригинальное мыло. Как прям таблетка большая, круглая. Ну, такое мимишное очень. Из кружочков есть вот такой еще Angry Birds. Но это детский. Я хотела детский потом показать. Ну, давайте вот сюда я его положу. Есть вот такой набор от Duru. Это подарок. Конечно, проще было бы вынуть из коробки. Тут 100% натуральная растительная основа.
Но мне очень жалко вынимать из коробки, так оно прям подарочно смотрится, с ромашкой, с медом и маслом миндаля, и с оливковым маслом. Вот такие вот три куска отберу. Так я и берегу его как набор. Места много занимает, но пускай. По 90 грамм кусочки. Наверное, мне не получится, да, вот так-то поставить. Сейчас спецэффекты вам покажу. Громыхнет все. Так, еще у меня от Oriflame. Девочки очень много от Oriflame дарили. Я очень благодарна. Классный. Вот это любимый аромат розы. У меня есть еще такой крем для тела. Вот так вот. Смотрится классно. Прям кусочек с розой. Ну и пахнет прямо через слюду. Пахнет цветочно, вкусно, так ароматно. Ну, давайте детские еще покажу. Детские у меня есть липа и клубника. Я уже не раз показывала. Детское крем-мыло это. Если вы еще не брали такое, а у вас есть детки, да мне кажется, у кого нет деток, то обратите внимание, вот такие они мимишные. Машенька это клубника, а Мишка это липа. В общем, вот такое мыльце. Их у нас два. Одно подарок, другое покупала я. И второе черешня и печенька. Давайте посмотрим, как они выглядят. Вот. Черешня и печенька. Маша и Миша. Ну и ароматы, соответственно. У каждого кусочка свой. Ну, очень здорово. Оригинально так придумано. Есть два Спанч Боба. Вот такие вот. Один покупала я. Тут был ценник. Как мы не пытались его оторвать, так и не смогли. И вот этот Спанч Боб, видно там мордочка прямо на самом кусочке. Этот у нас целый, хороший, девочки подарили. А это мы отправим в мыльницу. Мы его даже тут открывали с Максимкой, смотрели. Ну, правда, он его обратно запечатал. Дальше. Есть вот такой дракоша, супер клубничка. Дракоша к нам тоже приехал в подарок, в посылке. Дальше. Так, вот дальше. Сейчас я попробую чуть-чуть тут выложить, потому что кое-что хотелось бы мне вперед показать. Так, все, откопала. Вот такое вот есть мыло цветы любви, ландыш. Девочки знают, что я обожаю ландышем. И знаете, вот пахнет, реально пахнет ландышем. Это недорогой наверняка кусочек, но он так вкусно пахнет. Вообще супер прямо. Вот ландыш, ландыш. Еще есть вот такое оливковое мыло туалетное. Пахнет мылом, но оливковое мыло я очень-очень люблю. Дальше. Есть, ну, наверное, дальше все интересные уже пойдут, наверное, детские. Ну, которые не детские, уже потом покажу. Давайте я вам покажу вот три кусочка у меня есть вот таких, Safeguard. Одно классическое, второе с ромашкой, это подарок. Safeguard я очень люблю, чтобы у меня одна мыльница всегда была с антибактериальным мылом. То есть антибактериальная это не коллекция у меня, а то, что идет в мыльницу сразу, как только она опустошается. Но хранится, конечно, все вместе. Давайте детское. Вот такое недавно приехало мыло туалетное детское. Красавчик. Вот с таким медвежонком милым. От Oriflame приехало мыло в форме якоря. Там белый якорь. Прям вообще очень симпатичная упаковка. И само мыльце. Оригинальнейшее мыло, вот такое туалетное для детей, крем и череда, вот такие вот там детки симпатичные. Крем-мыло детское, вот такое, ушастый нянь, кстати, приятно очень пахнет. Дальше детское есть вот такое, самолет, это Oriflame. Ну, Oriflame молодцы. У них такой интересный подход к мылу, особенно вот то, что для деток.
Так, я пытаюсь, чтобы я ручную работу. Но дальше, наверное, все пойдет ручное. А, вот еще нашла кусочек. Вот такое детское тоже. По-моему, это от Oriflame. Да, от Oriflame. Такой человек-паук, да. Оно прям такое полукруглое, классненькое. Ну, Максимка любит свои кусочки. Он говорит, ну, давай отдельно. А я говорю, ну, куда отдельно? У нас уже в одном месте лежит. Если мы сейчас еще по ящикам будем, то нам жить будет негде. Ну, и вот такие давайте я вам покажу. Уже ручная работа. Гранат и яблоко. Это приехало от одной девочки в подарок. И бразильская манго от второй девочки. Вот такие вот двухцветные. Так, из, по-моему, с Кипра. От двух разных родственниц, тоже от девочек, но уже не в посылках, а так дарили. Вот такие два мыла оливковых. У них нет отдушек, они пахнут просто мылом, но качество отличное. Вот у этих мыл. Так, давайте этот кружочек сюда, это сюда. Это, по-моему, с Туниса ко мне последний раз сестра привезла вот такое мыло. Оно было упаковано еще вот в такую бумагу. Вот в такую. Но я вынула, чтобы было видно мыло. Когда вынула, поняла, что очень-очень вкусно пахнет. Вот такой кусочек. Есть у меня от... Тоже оливковое мыло, но... Вот так вот оно смотрится. Это тоже подарок. Тоже из этой вот как бы серии. Ну вот, натуральных мыл. От Спивак. От Спивак у меня есть два мыла, которые мне недавно тоже подарили. Первое мыло «Горький шоколад». Ну, аромат шоколада есть. Вот прям вот такой вот кусочек. Недавно мне Жанна говорит, ты уже намылся, и расскажи мне, как оно. Я все никак не решусь, вот жадина, никак не отниму у своего хомяка жадины. И ванильный латте, вот такое мыло. Тоже надо, конечно, одно из них положить в мыльницу. Вот так вот оно смотрится. Ну вот у этого нет аромата отдушки, хотя и написали ванильное, но нету никакого аромата ванили. Но само мыло, как я понимаю, оно классное, потому что натуральное. Далее. Есть вот такое мыло. Это тоже подарок. Ну, 100% мужик, но я так думаю, это подарок моему мужу был. Поэтому оно так лежит, как сувенир. И вот этот кусочек тоже мне присылали вот в таком красивом мешочке. Вот так оно, вот так вот оно смотрится и пахнет шикарно жасмином. Прямо чистый аромат жасмина. Прям очень вкусно пахнет. Если с закрытыми глазами поднести к носу, не сразу, ну вообще, мне кажется, и не поймешь, что это мыло. Вот такой. И вот такой симпатичный мешочек упаковочный был. Так. Далее. Далее все интереснее и интереснее. Вот такое вот мыло. Таких три десерта ко мне приехало. Это клубника со сливками, лимон с ванилью и черная смородина. Вот здесь написано. И каждый кусочек по 35 грамм. Вот такое вот чудо еще у меня есть. Дальше покажу мыло, которое девочки делали своими руками. Вот такая Санкт-Петербург, Дворцовый мост. Очень красивая. Вот такая лапка, ножка. Роза. Они еще все настолько вкусно пахнут. Вообще прямо можно нюхать и радоваться.
Я для них местечко освобожу. Потому что буду тут сверху складывать, чтобы было видно ручную работу. Вот так, наверное. Вот такой ландыш. Очень красивый. Нет, вот так. Далее. Сейчас будете смеяться. Вот такая яишенка. Кто следит за посылками, те знают, что мне это совсем-совсем недавно приезжало. Чуть раньше ко мне приезжало вот такое мороженое. Такое чудо. Прям вообще супер. Вот такой цветочек. Единственное, очень жалко, конечно, но ручную работу надо использовать. Долго его нельзя держать. Одно из последних, даже самой последней посылки ко мне приехало вот такое мыло. Но это мыло сувенирное. Оно хоть и куплено, но это ручная работа. С моим именем Светлана. Еще одно тоже приехало только что с моим именем Светлана. Такой кусочек. Прямо ретро в таком стиле сделано. Классное. Ну и самые любимые мои вкусняшки я вам сейчас покажу. Первое вот такой тортик. Прямо вообще как настоящий. Вот такой тортик. Прям супер. Произведение искусства. Хоть ешь. Оно еще так пахнет, прям хоть ешь. И видите, у него прям видно разрез. Так классно. Так, куда мне так положить бы, чтобы оно не упало и вам было видно. Но я думаю, саму кучу не так интересно. Давайте я вот немножко вот так сделаю. Следующий вот такой медвежонок. Вот такая красота. Милейший. Вот такой хомячок. Собачка. Вот такая. Две мандаринки. Дольки. И вот такое чудо, которое только-только приехало. Это тоже мыльца. Последние два кусочка это вот такие вот мыльца. Снова моя батарея не выдерживает. Разряжается, потому что очень много всего. В общем, вот такая вот у меня получается мыльная гора. Я же говорю, я мыльной горы хозяйка. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Я надеюсь, со мной было интересно. Впереди еще часть о Максимкиных средствах и средствах для мужа. Всем спасибо за внимание. Всем пока!